Нет, ты не переживай. В твоем положении могут быть обмороки, может быть слабость. Это нормально. Мы обязательно выясним, что случилось. Но я уверен, что ничего серьезного. Ром, кого ты хочешь обмануть? Я же вижу, что ты что-то от меня скрываешь. Ром, не дай умереть моему ребенку. Главное, спаси его. Не, ну что такое говоришь? Все будет хорошо и с тобой, и с твоим малышом. И я тебе обещаю, мы еще на свадьбе его погуляем. Раскрытие зева уже почти 4 сантиметра. Предлежащая часть не определяется. Оба ребенка в поперечном положении. Скажите, а вы оплодотворение делали у нас, Анна? Да, я суррогатная мама. Начало 37-й недели. Утром схватки начались, я испугалась и сразу к вам примчала. Это вы совершенно правильно поступили. А биологические родители близнецов знают, что вы у нас в клинике? Пока нет. Они за границей в командировке. И должны приехать к началу родов. Это очень хорошо, потому что вы уже почти рожаете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валентина Ивановна, ну расскажите, как вы вчера с Арсением Петровичем в ресторане посидели? Все было чудесно. Ресторан такой уютный. Щука фарширована была просто бесподобная. Да мне не интересно, что вы ели. Лучше скажите, вы танцевали? Он вас поцеловал? Нет. Ну, он проводил меня домой. Все понятно. Ваш кавалер ни рыба, ни мясо, ни даже фаршированная щука. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Шевчук, и мы записаны к доктору Сидельникову. Евгений Борисович у себя в кабинете в отделении репродуктологии. Ну идем, ладно. Паша, мне от одного слова репродуктологии уже не по себе. Ну это ненормально, когда дети в пробирке зарождаются. 5:25. Лара, ну мы же договорились. Ну на дворе 21 век, а ты со своими предрассудками расстаться не можешь. Идем. Давай, пошли. Сектантка, что ли? Ты же надо так одеваться, ведь молодая девушка. Валентина Ивановна, что с вами? Сама не знаю, затошнила резко. Пойду к себе, выпью таблетку. Арсений Петрович! Я сгораю от любопытства, как вчера прошел ваш ужин с Валентиной Ивановной. Замечательно, замечательно. Большое спасибо, что посоветовали этот ресторан. Я никогда не ел такой вкусной фаршированной рыбы. Да нет, мне гораздо любопытнее, удалось ли вам поговорить. Вы же там целую речь сочинили. Да. Все слова вчера вылетели из головы. Но, Арсений Петрович, женщины любят решительных мужчин и действий. Да я знаю, знаю. Я и сегодня все скажу. Я подготовился. Отличная новость. Я, кстати, зайду сейчас к вам с пациенткой. Да. Елена Анатольевна, вы вызвали меня? Да, Юрий Петрович сказал, что Нину госпитализировали. Что случилось? Я подозреваю у Нины Юрьевны неопластическую трансформацию тела матки. Простым языком. У нее опухоль? Да, в донорском органе обнаружен очаг атипических клеток. Бедная Нина. И что же мне сказать инвесторам? Вы же понимаете, что я не смогу скрыть от них эту новость. Да, я понимаю. Но я сделаю все возможное, чтобы спасти жизнь Нины Юрьевны и жизнь ее ребенка. Прошу прощения, если у вас больше нет ко мне вопросов, можно я пойду? У меня очень много работы. Идите. А что это Широков такой хмурый? Вы попросили его написать заявление об уходе? Не дождешься. Я же не сумасшедшая разбрасываться такими специалистами. К тому же у меня нет ни одного официального повода его уволить. А вы найдите этот повод. Я ведь не шучу. Если я в ближайшее время не займу пост руководителя клиники,
Тест на отцовство вашего ребенка окажется на столе у Тимура Николаевича. Татьяна Михайловна, вы были правы. У обоих малышей поперечное положение. И что же теперь делать? При таком положении малышей родить их естественным путем не получится. Придется делать кесарево сечение. Я понимаю. Я готова к операции. Я слышала, что так даже легче рожать. Ну, рожать всегда лучше самостоятельно, но... В вашем случае, я боюсь, другого выхода нет. Но вы не волнуйтесь. Я попрошу провести операцию доктора Широкова. Он очень хороший специалист. Спасибо. Я свяжусь с Романом Алексеевичем, он вас к ней приведет. Я сам знаю дорогу к палате своей жены. Я хочу поговорить с кем-нибудь из руководства клиники. Сейчас клиникой руководит Роман Алексеевич. Он что, у вас тут царь и бог? В конце концов, клиника не его собственность. Я хочу поговорить с кем-нибудь из совета директоров или на худой конец инвесторов. Сейчас в клинике глава наблюдательного совета Елена Витальевна. Я сообщу, что вы хотите ее видеть. Только скажите, по какому вопросу? Я хочу обсудить профнепригодность доктора Широкова, который своими действиями нанес вред здоровью моей жены. Ну, здравствуй, малыш. Сейчас тебя осмотрят, а мы займемся твоим братиком. Ну-ка, давай, иди сюда. Вот он, второй ремонт. Опа. Угу. Так, ну вот, все хорошо. Можно ушивать. Роман Алексеевич, вы можете взглянуть на младенца? С ним что-то не так. Иди к ребенку, я здесь закончу. А что случилось? Со вторым малышом все в порядке. Вот у первого буквально сразу после родов волдыри по коже пошли. Почему вы считаете, что в ухудшении состояния вашей жены виновен именно доктор Широков? Так он мне сам это признался. Сказал, что допустил ошибку. И Нину не хочет отпускать в другую клинику. Боится, что другие врачи узнают, насколько он некомпетентен. Роман Алексеевич очень хороший врач. Даже я доверила ему вести мою беременность. Я не хочу вас пугать, но я бы на вашем месте поменял врача. Широкова нужно наказать и отстранить от работы. Для начала нужно провести внутреннее расследование, а для этого нужно, чтобы вы или ваша жена Нина Юрьевна написали жалобу. Не беспокойтесь. Я уже все написал. Что вы собираетесь делать? Это простая, немного солоноватая вода, которая служит контрастом. А зачем? Она позволит нам определить состояние ваших маточных труб. Возможно, у вас непроходимость, поэтому вы не можете забеременеть естественным путем.
И что, у меня никогда не будет детей? Ну, почему же? Современная медицина не стоит на месте. Мы возьмем вашу яйцеклетку при помощи пункции. Оплодотворим ее, затем эмбрион поместим в матку. Просто ваши трубы в этом процессе не будут принимать участие. Но ведь это противоестественно. Рождение ребенка не может быть противоестественным. Хорошо, я посоветуюсь со своим пастырем. Вы Татьяна Михайловна? Да, это я. А я бабушка-близнецов, которые сегодня родились. Мне Аня, суррогатная мама, позвонила. Скажите, как мои внуки? Давайте пройдем в кабинет. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. У вас два мальчика. И один малыш абсолютно здоров. А что со вторым? Он что, умер? Нет, 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 что вы. Он жив. Но он родился с патологией. У него буллезный эпидермолиз. Так называемая болезнь бабочки. Его кожа воспаляется от любого соприкосновения и покрывается волдырями жидкостью. А эта болезнь сейчас лечится? К сожалению, нет. Ой. Но если обеспечить заботу и надлежащий уход, то малыш сможет жить полноценной жизнью. Доктор, от этого ребенка отказаться можно? У Нины Климовой подозрение на опухоль. И ее муж обвиняет в этом метод Широкова. Вот даже жалобу написал. Если это подтвердится, исследование Широкова придется остановить. Инвесторы нас не поймут. Получается, что все деньги, выделенные на этот проект, потрачены зря. Что ты предлагаешь? Я предлагаю продолжить исследование и дать шанс Широкову вылечить Нину и сохранить ребенка. Но с должности руководителя клиники придется его снять. Ладно, мы соберем совет и примем решение. Но вначале я лично поговорю с Широковым. Это не мое решение. Давид, мой зять, с самого начала был недоволен тем, что у суррогатной матери прижилось два эмбриона. Но сразу заявил, что примет только здорового ребенка. Вообще-то, буллезный эпидермолиз – это генетическое заболевание, которое передается по наследству. Так что вполне вероятно, что кто-то из родственников вашего идеального зятя сам страдал этой болезнью. По моей линии такой болячки точно не было. Наверное, Давид подозревал, что его ребенок может родиться больным. Вот и предупредил заранее, что он от него откажется. В любом случае отказаться от ребенка могут только его биологические родители. И пока они не появятся, оба малыша останутся здесь, в клинике. Нина, я должен сделать пункцию, взять образец ткани матки для биопсии. Ну, я себя уже неплохо чувствую. Ты сам сказал, что моему здоровью ничего не угрожает. В твоей ситуации лучше почаще обследоваться. К тому же процедура проводится под контролем УЗИ. Для тебя и малыша никакой угрозы нет. Хорошо, хватит меня успокаивать, делай, что считаешь нужным. Валентина Ивановна, я хочу вам сказать спасибо за вчерашний вечер. Простите. Арсений Петрович, это я вас должна благодарить. Что-то еще? Да. Валентина Ивановна, я вам хочу еще кое-что сказать. Я одинокий человек. Я думал, что всю жизнь так и проживу сам со своим попугайчиком. Встретил вас. Арсений Петрович, мы с вами работаем вместе лет 5.
да, да, вы правы. Но я был слеп. Я жил в мире ультразвука, как летучая мышь. Теперь я прозрел и понял, что без вас жить я не могу. Валентина Ивановна, я вас обидел. Евгений Борисович, мы с женой все обсудили и решили, что если нет другого выхода, то давайте будем делать ЭКО. Очень хорошо. Не для этого придется лечь в больницу? Нет, я назначу вам гормональную терапию. Вам нужно будет только приезжать к медсестре на укол. А через несколько дней я проверю зрелость ваших фолликулов на УЗИ. Если они созрели, тогда мы проведем забор яйцеклеток и оплодотворение. Доктор, а я слышала, что такой метод не всегда приводит к беременности. Это правда? Да, это правда. С первого раза оплодотворение может не произойти. Но если вы верите в успех, то его шансы будут намного выше. Да. Я знаю, какой силой обладает истинная вера. Ну и отлично. Тогда ознакомьтесь с соглашением на ЭКО, заполните свои данные и поставьте дату и подпись. Ладно, ну что ты ждешь? Мы же все обсудили. Ребят, привет. Анализы биопсии невидимых готовы? Да, мы с Людой выделили клетки и опухоли. Большие молодцы. Теперь мы знаем врага в лицо. И если мы создадим вирус ФАК, нацеленный на уничтожение этих клеток, мы победим болезнь. Да, слушаю. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Что-то случилось? Пока не знаю. Администратор сказал, что Елена Витальевна и Тимур Николаевич придут меня в конференц-зале. Может, пойти с вами для поддержки? Да. Да нет, нет, не нужно. Вы выделите ДНК из клеток опухоли, а потом будем моделировать вирус, который уничтожит эту болезнь. Хорошо. Жень. Мне нужен номер телефона биологических родителей-близнецов, которые вчера родились. Ты делал ЭКО их суррогатной матери. Сейчас поищу номер. А что случилось? У одного из малышей буллезный эпидермолиз, и биологические родители от него отказываются. Понятно. Другое непонятно. Болезнь бабочек – это же генетическое заболевание. Что же эти горе-родители не сообщили мне об этом перед ЭКО? Я бы провел селекцию эмбриона, чтобы избежать неприятной патологии. Скорее всего, это болезнь по линии отца, и он просто трусливо пытался ее скрыть. А теперь бросает на произвол судьбы ребенка, который болен по его вине. Да, я его помню. Высокомерный тип. О, вот его визитка. Давид Семенович, генеральный директор. А зачем тебе понадобился его номер? Они что, сейчас с женой не в клинике? Они сейчас за границей, должны скоро приехать. С ними держит связь бабушка близнецов. Она пытается уговорить дочку взять и оставить малыша, но, по ее словам, они ничего не хотят об этом слышать. Вот, я думаю, может быть, мне удастся их уговорить. Роман Алексеевич, муж Нины Климовой утверждает, что ее болезнь вызвана вашими экспериментами. Это правда? Нина Юрьевна, новообразование в донорском органе, который был модифицирован по моей методике. Другими словами, вы признаете, что у вашего метода есть побочный эффект в виде смертельной болезни. Хорошенькую затею вы нас всех втянули. Тимур Николаевич, моя команда день и ночь работает над тем, чтобы спасти жизнь Нины Юрьевны и ее ребенка. Я уверен, что болезнь будет побеждена. Мы выясним причину возникновения вредоносных клеток и устраним ее. Просто я прошу дать нам время. Хотите сказать, что если мы закроем исследование, пациентка может умереть?
Вам не кажется, что это шантаж? И такой подход для руководителя клиники в принципе неприемлем. Ну что ж, тогда я готов пожертвовать своей должностью ради дела. Хорошо, мы рассмотрим ваше предложение на ближайшем заседании наблюдательного совета. Алло? Добрый вечер. Это Давид Семенович? Да, это я. Кто меня спрашивает? Меня зовут Татьяна Михайловна Сидельникова. Я принимала роды ваших близнецов. Я бы хотела поговорить о мальчике с патологией. Мне не о чем с вами разговаривать. И не надейтесь, что я закрою глаза на то, что вы угробили моего ребенка. Подождите, я не поняла. Вы меня обвиняете в его болезни? А кого же еще? Я не сомневаюсь, что мой мальчик умер. По вашей вине. Ну, сейчас посмотрим результат УЗИ. Ничего не понимаю. А вы не пропускали сеансы гормональной терапии? Нет. Я сделала все уколы, которые вы мне назначили. А что? Что-то случилось? УЗИ не показывает роста фолликул. Я так и знала, что у меня ничего не выйдет. Ну, не нужно так расстраиваться. Придете ко мне через месяц, я увеличу дозу гормонов, вы обязательно забеременеете. Вы можете мне объяснить, что с нашими детьми? Они оба живы. Но у одного малыша редкое кожное заболевание, которое передается по наследству. Если бы вы раньше сказали, что кто-то из ваших родных болел этой болезнью, то рождение больного ребенка можно было бы избежать, понимаете? Но в моей семье никто кожными болезнями не болел. Я уверен, что и в моем роду не было никаких хронических заболеваний. В любом случае, я хочу поскорее увидеть наших детей и забрать их домой. Мы сможем обеспечить больному ребенку хорошее лечение и уход. То есть вы не собираетесь от него отказываться? Конечно, нет. С чего вообще вы взяли, что мы решили оставить нашего сына? Так сказала Ольга Дмитриевна. Мама? Паш, мне кажется, доктор хотел меня утешить. Но я, наверное, не способна иметь детей. Ну, мы только зря потратимся, если еще раз повторим попытку. А, не думай о деньгах. Я скоро поеду в рейс, я заработаю. Но доктор не стал бы нас обнадеживать, если бы у тебя не было шанса. Ты же хочешь, чтобы у нас был ребенок? Конечно, хочу. Но ребенок – это дар Божий. Куда же вы пропали? Евгений Борисович назначил вам стимуляцию яичника. Вы ни на одну процедуру не явились. Или вы передумали? Значит, в чем дело? Вот как ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Да хочу ребенка, Паша, хочу. Но если Бог нам его не дает, нам нужно просто смириться. Да хватит прикрываться Богом! Я хоть не хожу в церковь, но я знаю, что ложь – это грех. А ты врешь всем, кто тебя окружает. Даже самой себе, я уже устал это терпеть. Арсения Петровича последние два дня как будто подменили. Ни с кем не разговаривает, не шутит. Не знаешь, что случилось? Может быть, с Валентиной Ивановной поссорился? Может. Здравствуйте. Вы на прием к врачу? К Сидельникову, Евгению Борисовичу. Вы точно уверены, что вам нужен репродуктолог? Милая, ты не переживай. Я из ума не выжила. И в свои 64 ребеночка заводить не собираюсь. Я про дочку пришла узнать, Ларису. Они с мужем вчера были на приеме у доктора, а когда вернулись от него, то страшно поругались.
Ирина, почему ты не можешь меня понять? Почему не можешь принять такой, какая я есть? Да потому что твой фанатизм зашел слишком далеко! Прощай! Что случилось, доченька? Мама, я запуталась. И не знаю, как дальше жить. Паша ушел. А Лариса все время плачет. Не рассказывает, что произошло. Я знаю, что случилось. Ваша дочь говорила мужу, что проходит процедуры, чтобы сделать ЭКО и родить. А на самом деле она обманывала и мужа, и врача. Вот я тебя и поймал. Геном клетки опухоли. Теперь осталось всего ничего создать вирус ФАГ, который расправится с опухолью. Люда, нужно срочно сделать клинический анализ крови для пациентки Олега Ивановича. Все лаборанты заняты, большой наплыв пациентов. Поэтому придется вам, ребята. Сам сделай, мы с Людой заняты. Угу. Интересно, чем? Помогаем Роману Алексеевичу исправить твою ошибку. Понятно. Нашли крайнего. Сколько можно повторять? Я только ассистировал Юрию Петровичу и выполнял все его распоряжения. Я не виноват, что методика Широкова оказалась такой сырой. Ладно, ты продолжай, я проведу одну из крови пациентки. Угу. Тимур, ты рано приехал. До совета еще 2 часа. Я знаю. Я хотел еще раз с тобой все обсудить. Широков, конечно, со своими экспериментами ходит по лезвию бритвы. Но мне кажется, снятие его с должности руководителя клиники – это слишком суровое наказание. Он отличный врач и талантливый ученый. Именно поэтому я и хочу снять с него бремя административной работы. Пусть занимается наукой и пациентками. И не забывай, что я ведь тоже его пациентка. Вот пусть он и сосредоточится на моей беременности. А вернуть на должность мы его всегда успеем. В чем? А в умении убеждать тебе не откажешь. Привет. Зашел узнать, как там поживает наш маленький пациент с болезнью Галочки. Я как раз получила результат его биопсии, и, к счастью, если, конечно, можно так выразиться, у ребенка простая форма буллезного эпидермолиса. Угу. Болезнь поражает только верхние слои эпидермиса. Да, и если следить за ребенком и оберегать его кожу от травмирования, то можно избежать образования волдырей и эрозии. А что, как папа и мама отнеслись к этому диагнозу? Наверное, в шоке? В шоке, да. Но не от диагноза, а от поведения бабушки-близнецов. Она воспользовалась отсутствием родителей и решила оставить больного ребенка в клинике. А почему она так поступила? Я понятия не имею. И дочка с зятем тоже в полной растерянности. Бабушка сейчас приедет в клинику, и я думаю, что ее ждет не самая приятная встреча с родными. У вашей дочери особые убеждения, но, наверное, вы понимаете, о чем я. Да, я понимаю. Моя дочь верующая, как и я. Но я не фанатичка. И Ларису никогда так не воспитывала. Понимаете, моя дочь запуталась. Я очень хочу ей помочь. Простите, мы с вами раньше нигде не встречались. Мне почему-то ваше лицо очень кажется знакомым. Что вы? У меня никогда не было денег ходить по таким клиникам, как ваша. Ну, мне приходилось работать и в районных больницах. Но, впрочем, это не важно. Да, я согласен.
Давайте вместе подумаем, как мы можем помочь вашей дочери. Ольга Дмитриевна, я попросила заведующего клиникой Романа Алексеевича присутствовать при нашем разговоре. Я вообще не понимаю, о чем тут говорить. Ребенок четвертый день в клинике. Но если его родители в отъезде, почему малыша не может забрать его родная бабушка? Ведь дома ему лучше, чем здесь. А ваш второй ребенок? Где ему будет лучше? Я думаю, в детском доме. Там за ним будут ухаживать и следить. А родителям он все равно не нужен. Они сами от него отказались. А ты в этом уверена, мама? Ирочка, а что ты тут делаешь? Вы же с Давидом должны только завтра прилететь. Это я связалась с вашей дочерью и зятем и попросила их пораньше приехать. Я не верила доктору, пока не услышала все своими ушами. Мама, то, что ты делаешь, чудовищно! Как ты могла от него отказаться? Это же твой внук. Ты права. Я поступила ужасно. Я сама себя за это проклинала. Но ты ничего не знаешь. Мама. Я очень хочу внуков. И зять тоже хочет. Я понимаю, нельзя отчаиваться. Надеюсь, что со временем ваша дочь передумает. Я сама родила Ларису, когда мне было уже под 40. Все-таки где я мог вас увидеть? Да. Евгений Борисович, я пришла извиниться за свой обман. Мама, а ты что тут делаешь? Я пришла поговорить с Евгением Борисовичем. И очень хорошо, что я тебя застала. Может быть, ты все-таки согласишься на ЭКО, а я найду Пашу, и вы помиритесь. Мама, но ведь дети, которые зачаты в пробирке, это не промысел Божий. Дети, рожденные после искусственного оплодотворения, ничем не отличаются от других детей. Откуда ты можешь это знать? Поверь мне, я это знаю. Как никто другой. Я вспомнил, где я вас видел. Я тогда еще был студентом. Я ассистировал профессора, который принимал у вас роды. Мамочка, у вас девочка. Надеюсь, она будет счастлива. Девочка моя долгожданная. Я уже не первый раз помогаю появиться на свет ребенку, зачатому искусственным путем. Но не перестаю удивляться человеческому гению. Значит, я ребенок из пробирки. Да. Обычно детям такое не рассказывают. Поэтому ты ничего не знала. Но теперь я могу признаться. Я никак не могла забеременеть. А годы шли, и я решилась на редкое тогда искусственное оплодотворение. Благодаря ему ты и родилась. Какой ужас. Неужели вы не рады, что вам подарили этот мир? Вы можете любить, можете наслаждаться солнцем, небом, просто жить. Не знаю. Лучше бы я никогда не узнала, как появилась на свет. Простите, что выдал вашу тайну. Хорошо, что так случилось. Хуже, чем есть, уже не будет. Благодарю всех. Роман Алексеевич, инвесторы поддержали ваше предложение оставить пост заведующего клиникой. Теперь вы можете заняться исследованиями и пациентами. Звучит как поздравление. А Юрий Петрович в курсе?
Юрий Петрович еще не в курсе, но я думаю, что он не будет против. Ведь у вас появится больше времени заняться его дочерью. А клинику возглавит Чуров Олег Иванович? Временно. Только временно. Пока Юрий Петрович не вернется в свой кабинет. Так что спокойно работайте. Я слышал, сегодня совет инвесторов рассматривал мою жалобу. Да, доктор Широков решением совета отстранен с поста заведующего клиникой. Надеюсь, врачебной практики его тоже лишили. Нет. И мой вам совет. Не мешайте Роману Алексеевичу бороться за здоровье вашей жены. Я бы никогда не оставила больного малыша. Помогала бы вам его выхаживать. Но когда я узнала, что у него за болезнь, то страшно испугалась. А чего ты испугалась, мам? Что ты узнаешь правду. Какую правду, мам? Твоя мама Мила. Мила? Твоя родная сестра? Да. Мила была трагедией нашей семьи. Она таскалась по мужикам, пила, даже после того, как родила близняшек, тебя и Катю. А в один прекрасный день она просто сбежала, оставила детей и исчезла. Ты сказала, что у меня еще была сестра. Куда она делась? Ее не стало. Девочка страдала болезнью бабочки и умерла от заражения крови. Можно поинтересоваться, как себя чувствует ваша супруга? Пока без изменений. Не переживайте. Роман Алексеевич ее обязательно вылечит. Слушайте, что вы с этим Широковым носитесь, как с рок-звездой? Он обыкновенный человек. И причем не самый лучший. Я не понял. Что он плохого сделал, Роман Алексеевич? Он же лечит вашу жену. А может, она не лечит, может, она ее калечит. Мстит за то, что она его бросила. Нет, Роман Алексеевич не способен на подлость. Ой, да что вы понимаете? Вы знаете, что такое ревность? Вас когда-нибудь женщина бросала? А до этого не дошло. Ее стошнило от меня. И на этом все закончилось. И ты столько времени молчала. Я даже про отца, про твоего мужа ничего не знаю. Почему он тебя бросил? Он просто не выдержал испытаний. Катя все время плакала от незаживающих ран. Я с утра до вечера стирала окровавленные пеленки. Ты тоже все время плакала. Вот и поставил условия. Или я даю вас детский дом, или он уходит. Я не смогла с вами расстаться. А потом Катенька умерла. И у меня осталась только ты. Я взяла страшный грех на душу. Только потому, чтобы ты, Ирочка, не повторила мою горькую судьбу. Если вы думаете, что я поступлю как ваш муж и брошу Ирину из-за больного ребенка, вы ошибаетесь. Thank you.
Евгений Борисович, к вам можно? Лариса, это вы? Я, честно говоря, и не узнал. Да я сама себя не узнаю. Вы были правы. Жизнь прекрасна. Я благодарна маме за то, что она мне ее подарила. Я просто обязана дать жизнь своему ребенку. Я не имею права лишать его такого счастья. Значит, вы решились на ЭКО? Да. Спасибо тебе, Анечка. Жаль только, что один мальчик родился больным. Ничего, мы справимся. Ну все, мне пора. До свидания. Спасибо. Не переживай, все будет хорошо. Вот и ваши малыши. Ух ты, мой маленький. Масенький. Пойдешь к папе? Пойдешь к папе. Иди-ка. А с этим малышом надо быть особенно аккуратно. Я знаю. Мам, может, поможешь? У тебя же есть опыт, как обращаться с таким малышом. Конечно, доченька, давай мне его. Ой, ты малышку. Здравствуй, мой маленький. Я твоя бабушка. Спасибо, доченька. Мой маленький, славненький, мой хорошенький. Рома, это правда, что ты больше не исполняешь обязанности заведующего клиникой? Да, правда. Меньше возни с бумажками, больше времени для пациента. Ты, кстати, прекрасно сегодня выглядишь. Не помешаю, молодые люди? Нет, Арсений Петрович, присаживайся. Спасибо. Ну, Арсений Петрович, рассказывайте, как дела у Валентины Ивановны? Понять не имею. Я ее очень давно не видел. Вы что, не навещали ее в больнице? Валентина Ивановна болеет? Да, по вашему заблочению. Это я вызвал у нее такую аллергию, что она попала в больницу. Арсений Петрович, у Валентины Ивановны пищевое отравление. Скорее всего, после вашего совместного ужина в ресторане. Зачем я только вам его посоветовала? Вот я идиот. А вы не знаете, в какой больнице Валентина Ивановна? Нет, я не знаю, администратор знает. Но вы не волнуйтесь, ее должны уже скоро выписать. Нет, я ее должен обязательно увидеть. Она там страдает одна. И потом ей совершенно некому приготовить диетическое питание. Олег, слышал о твоем назначении, поздравляю. Так и добился своего. Я всегда добиваюсь своего. Разве ты еще не понял? Увидишь, как скоро здесь все изменится. Ты только того поаккуратнее, то ты же только еще исполняющий обязанности. Скоро вернется Юрий Петрович, твоя карета может опять превратиться в тыкву. Юрий Петрович одной ногой на пенсии. Какой с него руководитель? В любом случае, мне хватит времени, чтобы до его возвращения вышвырнуть Широкова из клиники. А форму надо постирать.